Коллеги, Prodexpo 2021 на связи. Рядом со мной спикер нашей деловой программы Сергей Шурюков. Здравствуйте. Подскажите, какую тему вы обозревали? Здравствуйте. Моя тема была об эволюции собственных торговых марок как в мире, так и у нас в России. Как пандемия повлияла на поведение потребителей и что нам ждать дальше от собственных торговых марок в будущем? Очень интересно, очень кратко, что же нам ждать? Вот, потому что это главный вопрос, который, наверное, задаются абсолютно все ритейлеры и производители. Но здесь надо сказать, что ритейлу повезло, интерес к СТМу очень сильно возрос, и пандемия помогла этому очень серьезно в России. Если до этого последние года 4-5 доля собственных торговых марок падала во всех сетях, промо-активность национальных брендов давила очень сильно, в каких-то категориях промо-зависимость достигала 90%, то пандемия повернула этот тренд в другую сторону, и доля собственных торговых марок в сетях начала резко расти. И на самом низком, внизу, доля СТМ в России падала до 4% с 10, которая была еще в 2008-2007 годах, в начале 2000-х. То сейчас, за последний год, доля снова поднялась очень резко на 1% и уже больше 5,5%. Конечно, это все еще намного ниже, чем в Европе, где нормальным считается доля собственных брендов 20% и больше, в Испании 30%, 40%, в Швейцарии точно так же. То есть России еще долго-долго развиваться, но этот процесс сейчас существенно ускорился, и мы ждем действительно качественного рывка вслед за количественным. Да, и расскажите, пожалуйста, о своей компании, чем вы можете помочь всем игрокам нашего рынка. Наша компания Damon – это лидирующая консалтинговая компания в области СТМ по всему миру. Мы помогаем сетям развивать собственные торговые марки качественно и количественно, увеличивать их долю в продажах, увеличивать качество торговых марок и переходить сетям совсем на другой уровень по сравнению с тем, где они сейчас находятся. И помогаем, конечно, производителям с развитием своего ассортимента и, в первую очередь, с экспортным развитием, особенно что мы предлагаем именно и развиваем в России, помогаем российским производителям, открываем для них международные рынки. Открываем для них рынки Европы, где работают наши команды во всех странах, и открываем для них рынки Китая, Азии, Америки. Очень популярное направление сейчас – это Дубай, Арабские Эмираты, где у нас есть собственный офис и выстроены хорошие отношения работы с компанией Carrefour, с лидирующим ритейлером. Таким образом, мы представляем наших производителей на иностранных рынках и помогаем им и в целом Российской Федерации наращивать экспорт. И эти услуги достаточно востребованы, потому что для многих наших производителей международные рынки – это все равно еще что-то темная история, малоизвестная. А мы, находясь в стране, в Китае, хорошо понимаем, что происходит на севере Китая, что происходит на юге Китая, и с каким продуктом, и как нужно заходить в сети в этой стране, какие свои преимущества подчеркивать, как менять свою рецептуру, где любят более сладкие, где любят более соленые продукты. То есть подгонять свою рецептуру, свои продукты к требованиям и к потребностям покупателей, живущих в этих странах. И это очень хорошо работает. Потому что действительно российские производители поставляли раньше в основном продукты таким балком, сырье, а основную маржинальность зарабатывали иностранные производители. Мы хотим помочь российскому производителю получить свою маржу, достойную маржу, и представить достойный, качественный российский товар на международных рынках. Наверное, добавить нечего. Надеюсь, что все больше и больше наших производителей будут связываться с вами для того, чтобы увеличить экспорт своих товаров на другие рынки. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам на интервью. Спасибо большое. Желаем всем участникам выставки больших бизнес-успехов, и мы готовы в этом помогать.